Знакомьтесь, пожалуйста. Это мои мускусные утки. Мы их купили месяц назад, уже подрощенными. Было месяцев около 5. Вот они такие красавицы. Брали их, конечно, в разных хозяйствах, в разных районах, даже Воронежской области, чтобы у нас не было близкородственного спаривания. Вот такие они еще молоденькие. Сейчас им примерно около полугода. Довольно-таки неплохие, умненькие птички. Мы их держим сейчас в теплом сарайчике. Здесь мы раньше выращивали бройлеров. Молодняк птицы. А теперь здесь держим наших мускусных уток. Мы их раньше держали, было у нас их очень много. Остались ими довольны, но по определенным обстоятельствам мы на время от них отказались. Сейчас у нас очень-очень холодно, но у них лампа подогрева. Вода не замерзает даже среди ночи, уже ухлестали. Чем кормим? Ячмень, пшеница, кукуруза и, конечно же, тыква. На полу у нас древесно-стружечная плита, толстая, стены побеленные, потолок утепленный. На полу толстый слой листьев дубовых и сверху толстый слой сена. Здесь сухо в сарайчике, тепло. Обязательно есть вытяжка и, конечно же, окошко небольшое. Видите, как мороз разрисовал? Это замечательная по своим характеристикам порода уток. Отличная, неприхотливая. Самая лучшая мамаша среди уток, по моему мнению. Поэтому весной к их собственным утятам мы подкупим утят другой породы. И я даже не сомневаюсь, что наши мамулечки их вырастят без потерь. Вот такие они красавчики, шипуны. А сейчас я вам ставлю несколько фотографий, которые мы сняли от своих прошлых уток. Вот такие они хорошие маманечки. Да, мои хорошие? Да. Вот такой мальчик у нас замечательный. Девчушечки. Вот такая была у меня уточка. Вывела своих утят и еще водила чужих. И вырастила всех, как своих собственных. К сожалению, видео тогда не снимала. Были только фотографии на память. Вот такой отряд. Водила мама утка. И всех сохранила. Всех до единого. Конечно, не любят, когда к ним вторгаются. Чувствуют себя не в безопасности. Но птичка довольно-таки умненькая. Понимают, что сейчас им под лампочкой тепло. И основное время проводят здесь. Ну, вот так. Удачи нам в разведении этой птицы. Замечательная птичка.